Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это GTA Vice City Definitive Edition. Продолжаем проходить, а даже, скорее всего, заканчиваем уже ее сегодня проходить. Это, наверное, последняя серия, возможно. Уже совсем немного тут осталось. Давайте. Короче, первым делом мы поедем к Филу Кэссиди. У него там есть пара заданий. Пара интересных заданий. Так, погромче звук. Вот так. Потом, после этого, надо будет еще купить автосалон. Я день... Вон, видите, 250 тысяч я набрал. Насобирал. Я, конечно, немного поездил, пособирал. Потом, когда надоело, докрутил читом немного. Потому что терпения у меня, извините, не хватает. До этого уже. Думаю, 200 тысяч нам вполне хватит. Еще лодочную мастерскую нам надо будет купить. В данный момент у нас 5 недвижимости, а надо всего 7, чтобы разблокировать предпоследнюю миссию, после которой будет последняя. Такси, клуб Малибу, типография, киностудия. Какие еще достижения я не назвал? Черри Поппер. Такси. Вот и его убежище. Ганран. Фил, бежим! О, боже. О, вот это было жестко. Никогда не подносите открытый огонь к самобонным аппаратам Фила Кассиди. Ё-моё, блин, как ты эту дрянь вообще пьешь, а? Ну я ж тебя не заставляю пить. Тебя от одного запаха аж поведет. Слушай, Фил, ты говорил, что можешь достать мне оружие, да? Да, конечно. Есть один мексиканец, занимается как раз такими вещами. Приезжает раз в неделю, как раз сегодня будет. Тебе нужно сделать так, чтобы грузовики с оружием упали из грузовиков. Этим ты и себе, и мне окажешь услугу. А потом покончим с ними, со всеми. Да, в прошлой серии Фил, короче, у нас был одним из участников ограбления банка, где мы 50 тысяч долларов добыли. Да. Был также еще спец по сейфам и... этот водитель, который сдох как лох. Водитель, кстати, нам был совсем не нужен абсолютно. Он толком то у нас и не водил. А вот и грузовички. Кстати говоря, звонил Розенберг, сказал, что ему звонил Sony Парелли, задолбался уже ждать, когда долг Томми уже наконец-то ему вернет. Нехорошо, конечно. Блин, а чё оно? Ладно, придется. Она сразу что-то не взялась. Следующий грузовик. И бумс! Он сам выпал. Сейчас я с ним разберусь.
Оу, блин, больно. Эээ, а какого хрена? В смысле, как это я арестован-то? Ох, это было сложно, это было реально сложно. Сколько раз мне приходилось менять транспортное средство, а, чтобы это пройти. И а где следующее задание от Фила-то? Блин, опять копы. Ох, сколько денег валяется, а? Ладно, давайте пока будем ехать и искать этот автосалон. А перед этим еще в эманацию зайдем. Опа. Алло. Томми, это Фил. Забей на любезности и слушай сюда. Я тут сваганил реально серьезный взрыв. Айло. И потом подумал, что ты захочешь присоединиться. Если хочешь убить, тебе нужен растворитель. Да, эта хрень как раз для настоящих мужиков. Даже мне вставляет, хотя я уже одним глазом не вижу. Буду тебя ждать. Ладно. Едем к Филу. Это оружие лучше взять. Так, едем к Филу. Вроде бы он тут недалеко. После Фила будем искать автосалон. А после него лодочную мастерскую. Одну миссию столько времени, блин, потратили. Я, короче, наверное, сделаю так, чтобы это было ускоренное видео. Чтобы хотя бы было. Чтобы хотя бы хоть как-то было видно, как я проходил это. Да чё там? Так, МЧС, гроза. Понятно. Бумшайн Сайга. О, Фил, как дела? О, здорово, Томми, давно не видались. По-моему, тебе пора завязывать со взрывпойлом. Ох, оно пахнет как растворитель. Тихо, тихо, Томми. Иди-ка сюда, сейчас я тебе такое покажу. Сейчас покажу, что. Эта штука должна так пахнуть. Башка отвалится. Просто смотри. Что с ней не так-то, блин? Ладно, у меня и батарейки еще есть. Вот они. Вот так вот. Та-дам! Охренеть, ему... Ой, блин, нас шатает нафиг. А его шатает еще сильнее. Взрыв от шашки им отсек ему руку, блин. Берегитесь, яконовцы, или кто вы там, блин.
этой дороге, по-моему, вообще из желе. Сломанная ложка наезд вызывает. Что-то мне плохо. Больница, срочно надо его везти. Только не больницу, там же полно комов и вьетконгцев. Один бывший военный хирург у меня в долгу и косилку мою запахал. Он живет в Литл Гаване. О, гигантская рыба. Ага. Окей. Ладно, я понял. Блин, у него уже меньше половины остается. Надо ехать туда, куда он сказал. О, что-то черные крылья кругом у меня. О, ну наконец-то. Теперь у Фила можно покупать оружие, причем очень офигенное оружие. 4000 долларов. Вот эта пушка хорошая. Да, рука к Филу уже точно не вернется. Так, салон где-то в этих местах вообще этот находится. Давайте ехать искать. Ну и лодочная мастерская где-то тут тоже. Хотя можно... Ну-ка. Так, давайте будем ехать вот так по пути. Если не увидим автосалон, то в лодочную мастерскую направимся. Автосалон где-то... Так, слушайте, по-моему, автосалон где-то в этих местах находится. На карте жалко не обозначается. А, вон он. Кажется, я его вижу, вон он. Нашел я его, вот он. Давайте купим его. Sunshine Autos. Сколько он стоит? Алло. Томми, это Фил. Хотел поблагодарить тебя за помощь. Проклятый вьетконговец. Рано или поздно до тебя доберется. А вообще рана у меня вроде заживает. Да и не придется больше правительство обманывать. Потому что я инвалид. Так, 50 тысяч. Sunshine Autos. Меня зовут Би-Джей Смит, а вы мистер Версетти, да? Хотите осмотреть все? Да, почему бы нет? Да, мне жаль продавать свое добро, конечно. Я вложил в этот автосалон свой первый футбольный гонорар. А теперь придется двигаться дальше. Ты из города уже? Надеюсь, не слишком торопишься? Не-не-не, я отдыхался просто уже и готов вернуться в поле. С автосалона поначалу было туго, работникам тут выкручиваться приходилось. И изобретать новые методы заработка. Я, конечно, мог бы свернуть свой бизнес, прежде чем отдать его. Хотя я бы мог бы просто взять здесь спалить нафиг. Тут участок сам мечта застройщика. Да, насчет этого я не беспокоюсь. Место изумительное. Ну что ж, тогда по рукам, да? Что ж, давайте это сохраним игру. Где бы сохранить-то ее? Распространение вот тут. Чтобы наступил день. Ой, стекло врезался в стекло, блин. Би-Джей Смит, кстати, появлялся в самом первом выпуске прохождения на яхте Кортеса. Так, а теперь едем на лодочную мастерскую. Будем покупать ее, она, по-моему, вообще дешевая. Там будет одно задание простое.
подождите. Стоп, это не лодочная мастерская? А, нет, вот она, все. Вот она, лодочная мастерская. 10 тысяч всего. Эй, тут кто-нибудь есть? Есть, а? Кто-нибудь? Тише, давай, там какой-то мужик. Привет, братан, ты, похоже, новый владелец, да? Да, какая лодка тут самая быстрая? Она уже спущена на воду, братан. Я думал, ты вдруг захочешь ее испытать. На ней установлен мотор в 300 лошадиных сил. Фиберглассовый корпус, она прям волны режет. Она разгоняется до 6 миль в 4 секунды, представь себе. А на носовом трюме у нее помещается 20 туков. Лучше ямайской травы. Так что вперед, она не поплывет, а полетит. А зажигалка у тебя есть? Эй. А это, кстати, это Дуэйн и Джетро, которые также появлялись в GTA San Andreas более, как более важные персонажи. Так, по-моему, чтобы начать задание, надо сесть в лодку. Checkpoint Charlie. Соберите все пакеты за отведенное время. Окей. Думаю, это несложно. Я эту миссию с первого раза прошел, когда проходил первый раз. Ой, блин, проехал. Опять проехал. Блин, это очень сильно отнимает время. Лодка очень быстрая, но плохо управляемая. Занести может куда угодно. Так, 2 минуты осталось. Чуть-чуть меньше даже. Должны вроде успеть. Он тот, что я проморгал, это сильно задержало меня. Не проморгал, а проехал. Случайно, в смысле? А сколько их там еще? У меня минута осталась. Последний, наконец-то. Теперь лодочная мастерская будет приносить доход до 2000 долларов. Не забывайте забирать выручку. Ну, конечно. Так, надо припарковаться так, чтобы можно было выйти хорошо. Алло. Алло, Томми. Томми. У нас тут проблема в типографии. Тебе надо приехать разобраться. Какие-то разборки или что-то вроде того. Ой, что там за дела в типографии? Поехали туда, разберемся. Ну и, кстати, да, это та самая миссия, которую надо разблокировать, купив и выполнив задание 7 недвижимостей.
Где типография? Вот она. Ехать не так уж и мало. Наверное, 200 тысяч это было даже слишком чересчур много. Нам хватило 50 тысяч, даже, ой, нет, 60 тысяч, чтобы выполнить все это дело. Ой-ой-ой, чуть не врезался в полицейскую машину. Cab de collector. Ой, так, в чем тут проблема-то? Кто? Тами. Головорезы из какой-то мафии сказали, что пришли за своими деньгами. Сказали, что какое-то место там Форелло какое-то. О, болит как с Форелли. Сони Форелли? Да, точно он. Они очень настаивали. Не переживай, я на тебя не сержусь. Отведите его в больницу. Томми, просверли этому парню в дырке задницу для меня. Ой, я дырку. Я две сделаю. Так, короче, Сони Форелли задолбался ждать, пока Томми ему долг вернет. И решает спереть деньги со всего бизнеса, что мы накупили. Мы должны помешать им. Так, они в лодочную мастерскую, кажется, едут, точно. Ага, уже сперли деньги. Ну все, сейчас отведают силушки скорострельной. Мотоцикл. Мотоцикл. Это ихний мотоцикл, я его возьму. Так, они, кажется, на мосту. А, вот они. Едут, выезжают на мост. Упали, что ли? Вот лохи, а. А, это... да, это они были. Так, еще есть. Дайте посмотреть, где. Кажется, они едут в киностудию. Какой Wild Style? Выключи это нафиг. Вот, они прям сюда едут. Лохи, они, конечно, те раз уж врезаются и падают. Как он, в прошлый раз они на мосту же упали. О, врезались, вон, сейчас опять, правда, не упали, но... А вот и упали. Так. Томми, это Лэнс. У нас крупные неприятности. Приезжай скорее, прямо сейчас. Так, едем в свой особняк. Две метки сразу, но это ничего страшного. О-о-о, осторожно, блин. Немножко заносит на дожди.
Так. И сейчас будет финальная миссия. Только перед этим мы возьмем еще брони. Нам надо полностью ее. Я не уверен, что я эту миссию с первого раза пройду. Но буду пытаться. Вот эта пушка обязательно пригодится. Keep your friends close. Что происходит? Томми, Томми, слушай, слушай. Я люблю фиш. Я... Ой, рыбу. Как ее там? Я люблю ее. И живую в аквариуме. Но кем бы я ни был, я не хочу их с собой кормить. А сейчас твоя итальянская братва сюда пытается заявиться. Заткнись и сядь, пожалуйста. Лэнс, что творится здесь? Да это твои друзья с севера, Томми. Сони, он хочет лично сюда приехать. Он собирался дольше, чем я думал. Мы должны дать им понять однозначно и бесповоротно, что здесь только мой бизнес. Мой. Кен, возьми первую партию фальшивок и упакуй по чемоданам. Лэнс, собери ребят. Томми! Что, не будем обниматься? 15 лет на зоне отмотал. Немного от этикета отвык. А, ты всегда злишься, Томми. Я же говорил тебе, что твой характер не доведет до добра. Здесь 3 миллиона в чемоданах. Сколько их там было? 10? Нет, 11 человек. Вот поэтому тебя прозвали Кировским Мясником, да? Ты меня послал убить одного. Одного! Они знали, что я... Эй, Томми! Следи за базар. А то я подумаю, что ты будешь меня обвинять в неприятном стечении обстоятельств. Да возьми ты уже эти деньги наконец-то, а? Знаешь, Томми, я делал для тебя все, что мог. Дергал за веревочки, нажимал на все кнопки. Я был твоим другом, Томми. Я надеялся, что ты понимаешь, что к чему. Я доверял тебе, Томми, а ты разочаровал меня. Ну, хоть кто-то в твоей конченной организации знает, как надо вести бизнес. Так ведь, Лэнс? Прости, Томми, это Вайс-Сити. Это бизнес. Ты предал нас. Нет, я предал тебя, Томми. И я предал тебя. Настоящие деньги там наверху в сейфе. Томми, это и был твой грандиозный план? Думал, я возьму фальшивые бабки, а потом свалю тупо поджав хвост, да? Не, я просто хотел тебя выбесить, а потом убить. Так, сейчас мафиози понабегут. Защищаем сейф. Вот Лэнс гад, а. Ох, сейчас он тоже отведает силушки скорострельные. Ну уже. Прикончите предателя Лэнса Венса Дэнса. Да блин, многовато у него что-то мафиози. Блин. Когда они закончатся, а? Дайте мне пройти уже. Куда к сейфу пошел, блин? Что, больше никто не прикрывает твою задницу, Томми, да? Ты сейчас сдохнешь, трусливый подонок. О, ты так думаешь? А, он еще жив. Перезарядка то все время занимает. Надо срочно вниз.
Потому что я близок к смерти. А еще там... О! Деньги заканчиваются, но у нас их полно, так что не тратим время на них. А ну иди сюда, ты трусливый гандон, бля. А тебя уже нет, Томми, ты уже история. Это последний дэнс от Лэнса Вэнса. Надо еще раз вернуться вниз и взять еще брони. Мафия ворует у нас деньги, но ничего страшного, у нас их много. Не, она не усп... они не успеют собрать их быстро. Так, пришло время отведать самому Сони, отведать силушки скорострельной. Отведать супостату силушки моей скорострельной. Да, блин, что-то их там много собралось. Я провел 15 лет там, Сони. А теперь я тебя заставлю заплатить за все. Ты так и не понял, кажется, да, Томми? Ты мой, Томми. Это были мои 15 лет. Убейте его, ребята, он никогда этого не поймет. Томми? О, боже, Томми, что случилось здесь? А на что это похоже? Да ты напрочь загубил свой костюм. Отличный, а у тебя теперь он в крови. Томми, что случилось такое? У меня были разногласия с моим деловым компаньоном. Ты знаешь, как это было. Томми, если у меня появятся разногласия, я пишу гневные письма. Может, еще почтовый часик помочиться, но не начинать же Третью мировую. Может, ты поговоришь с психиатром? А, этот дебильный урод, Лэнс. Томми, мне никогда он не нравился. Невротичный, законокомплексованный, эгоистичный, дебил просто. Хорошо, что ты мне с ним разобрался. Думаю, с севера нам больше нечего бояться. Потому что никакого севера уже и нету. Теперь есть юг. Стоп, это получается Томми, малыш? А ты о чем думаешь? Что мы теперь рулим? Ой, то есть ты рулишь, Томми, да? Томми! Знаешь, Кен, это может быть отличным началом отличной деловой дружбы. С одной стороны, ты двухтысячный подлый тип и негодяй, а с другой я, отсидевший убийца, психопат и наркодилер. Я знаю, это же так прекрасно. Ну вот и все, игра пройдена наконец-то. Довольно немного серий обошлось всего-то. Игрушка прикольная. Вот, конечно, что деньги надо собирать на эти недвижимости. Это немного терпения надо набраться. Ну, а так, игрушка прикольная, сюжет прикольный. Вот антагонист Сони Форелли, конечно, он только в самом начале, только в самом конце появляется. Ну, с другой стороны, да. А Томми-то, по сути, его еще больше не видел. Томми, наверное, после того, как вышел из тюрьмы, не видел Сони вот до этой миссии. Ни разу. Я так думаю. Ну что ж. Давайте заканчивать. Реально классный, сюжет. Классная прорисовка. И в ремастере это... Вот в ремастере тоже прикольно выглядит. Особенно эта прорисовка. Прорисовка это неоновых ламп в городе. Это красота просто. Солнечный Vice City. Возможно, GTA 6 тоже будет Vice City, потому что, ну,
потому что первые две буквы, ну, как римская цифра 6, это как две буквы Y. Можно сказать, что Y City. Уже намек на это есть. Да и к тому же были 3D-вселенные в Liberty City, Y City и в Сан-Андресе. И Лос-Андрес там с ними был. Как бы штат Сан-Андреса. Город штата Сан-Андреса. Собственно говоря, и вот HD-вселенная. GTA 5 там Лос-Сантос, GTA 4 это Liberty City. Поэтому вполне логично, что следующее будет Vice City. Хотя говорят, что игра будет невероятно масштабная, GTA 6. И там, может быть, будет не только Vice City, может быть, что-то будет еще. Ну, в общем, на сегодня все. С вас и Косподписоцы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте, досматривайте титры. И всем пока.